Добрый день, я Елена Вениаминовна Кривощукова, врач по спортивной медицине и лечебной физкультуре высшей категории. Наше отделение осуществляет контроль и медицинское сопровождение лиц, занимающихся физкультурой и спортом. Мы проводим углубленные текущие медицинские осмотры. Наши специалисты помогут вам оформить медицинские заключения о допуске к участию в соревнованиях, предоставят консультацию по вопросам спортивной медицины. В отделении ведется прием узких специалистов – невролога, отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, физиотерапевта, врача по функциональной диагностике. Имеется клиническая лаборатория, процедурный кабинет, а также мы осуществляем физиопроцедуры на базе современного оборудования для лечения и реабилитации пациентов. Отделение спортивной медицины диспансера здоровья находится на втором этаже спорткомплекса «Байкал-Арена». Thank you.